«Его Величество Театр». В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая прошел вечер, посвященный профессиональному празднику – Международному дню театра. Арии Ленского, «Мадам Баттерфляй», «Мефистофеля» под аккомпанемент рояля в программе «Классика оперного искусства». Песенка Гетцига «Одна чего стоит». Естественно, она уже известна по всему миру, и только с первых нот уже зазвучит музыка, уже все понимают, что это песенка Гетцига. Постарались подобрать такие арии, которые на слуху, и которые, естественно, меломаны просто обожают. Волшебная флейта, Риголетто, Абай – артисты представили публике не только жемчужины своего репертуара. Некоторые партии они подготовили специально для уникального концерта. Например, арию из «Руслана и Людмилы». Под роялью можно выразить те тонкие чувства. Это получается как бы уже камерное пение, камерный класс. Опера все-таки предполагает, это большой состав, это хор, и вы должны быть ведущим, ну не перекрывать, а выделяться на фоне оркестра, большого хора. А под рояль можно выразить более тонкие чувства и более тонкие краски в тембральном исполнении. На концерте исполнители пели не только на сцене. Их можно было увидеть и на балконе. Ведь театр должен удивлять, убеждены организаторы вечера. Театр имени Абая в этом году отмечает юбилей. Вот уже 90 лет артисты представляют публике произведения мировых и казахстанских классиков. За это время на сцене было представлено более 300 балетных спектаклей и опер. Надежда Бузикевич, Кирилл Харламов, Самат Кельменбетов, Жандос Каип. Евразия культурна.